Давай улицу сначала. Потом в центре. Улица офиса косметической компании. И вон фармацевтическая компания. Слева находится парк усадьбы Трубецких Хамовник. И вот здесь вот одна из самых дорогих квартир в Москве находится. Ну, занимает целый этаж. Вот это вот трехэтажного домика. Здесь находится кафе Black Market. Достаточно дорогое. Ну, формально оно спозиционировано как чуть ли не стейк кафе. Это скрытая реклама такая. Вот сейчас мы находимся около офиса Avon. Это вход в парк. Дальше находится медицинский университет.